Всем привет, пацаны! С вами я, Релюха, в этом видеоролике по игре GTA 5, и мы будем снова ломать костяшки нашим главным героям в этой потрясающей игре. Короче, мы поломали костяшки кому? Тревору и Франклину. А остался еще один главный герой в GTA 5. Это у нас Майкл. Ё-моё! Ты чё падаешь? Дурачок, да, сейчас мы будем ломать в этом выпуске все кости Майклу в GTA 5. Короче, видосик будет просто бомбезный, пацаны, я вам отвечаю. Он вам точно понравится, смотри его до самого конца. Потому что до самого конца смотрят только самые крутые подписчики. И если ты крутой подписчик, то смотри видосик до самого конца и пиши в комментарии: Релюха, я преданный подписчик и смотрю твои видосики до самого конца, потому что я крутой. Вот так вот, ну чё, пацаны, мы, короче, уже за Майкла. Смотри, как вообще ломаются костяшки в GTA 5. Слева ты видишь, сколько у нас костяшек сейчас поломано. 0. Пока что 0 костяшек, но а чтобы их поломать, нужно сделать что-нибудь такое болючее. Вот, допустим, знаешь, как, допустим, вот едет на нас машина какая-нибудь, да? И просто под колеса к ней, короче, прыгнуть. Или вот, допустим, с тачки просто, оп, нет, нормально, пока что мы не повредились. Давай вот, допустим, я возьму и заберусь на дом вот сюда с помощью чита. Смотри, берем просто и прыгаем. Ё-моё! Ай! И как ты видишь, мы поломали две костяшки. Ну, как-то вот так. Вообще, в организме человека, в скелете, точнее, вообще всего 208 костей. 208, да. И мы в этом выпуске попробуем все костяшки поломать. Все 208 костей, ребят, да. Поэтому просто будет офигенный ролик, я вам отвечаю. Конечно же, начнем со скоростной шоссеечки. Будем по тачке кидаться. Эй, мини-купер, блин, вау, поломали мы, ребята, 5 костяшек. Очень больно на самом деле. И Майкл уже начинает хромать потихоньку. Так, но он все равно бегает, все равно он беговой пацик. Воу, так, под фуру, под фуру. Ё-моё, блин, ребята, уже 7, нормально. Семерик тоже ничего, как бы. Ну-ка дальше, кто у нас тут самый быстрый, кто нас тут собьет? Пацаны, не-не-не-не, вот так, вот так, бежим, бежим. Бам! Нифига себе! Уже мы поломали, ребята, 18 костей! Эй, Майкл, вставай! Ты чё не встаешь? Вставай скорей! Ну давай, ну брат! О, молоток, красавчик! Так, чё тут, метро не ездит у нас? Ничего, поезда нет, пока еще никто не ездит. Ну и ладно. Так, куда мы еще раз кинемся под колеса? Давай теперь вот под джипик, под джипик, под джипик! Бам! Нифига себе! Чего, блин? Ай! Ё-моё! Нам там что? Эй, ты что попу показываешь? Офигеть, пацаны, короче, 25 костяшек мы... нам удалось поломать на этой, ребята, скоростной автомагистрали в GTA 5. Это, конечно, жестко, и я не завидую Майклу, потому что ему очень больно, он просто валяется. Блин, брат, ну чё, так и будешь валяться? Ну, походу, так и будет, реально, пацаны. Чё уж поделать-то? А сейчас я попытаюсь спрыгнуть со здания и не открыть парашют в GTA 5. Смотри, вот прыгаем просто и не раскрываем парашют. Ай-яй-яй. Капец, пацаны. Комбо, блин. Смотри, 30 костяшек просто моментально срубило. What the fuck, вообще просто лежит Майкл. Майкл, вставай, хватит лежать. Так и лежит. Вот так, пацаны, а вы что думали? А если мы возьмем здание побольше, такой мейс-банк, да, самое высокое здание в GTA 5. Ну, ребят, можем еще вон стой, как бы с аквапарка. Так, короче, прыгаем, пацаны, прыгаем просто. Ай, блин, капец, это что за каракуля? Чё за каракуля, блин, я не понимаю просто. What the fuck? Так, давай, брат, вставай, вставай. Опачки, 35 костей уже. What the fuck, чё, ща погнали. Воу, полетели. Так, не раскрываем парашют и летим. Летим просто. Бум, ой, башкой ударились. Трэш, пацаны, я просто в офиге с этой ситуации. Чё вообще происходит, блин? Сколько? 45 костей, 45, блин, костей. Фух, вставай. Ты хоть встанешь, ты хоть сможешь ходить-то? Ё-моё, да встань ты. Пацаны, уже Майкл ходить реально не может. Да хватит запинаться, ну-ка хоть побегай. Да ё-моё, он просто запинается, он не может ходить. Брат, ты чё? Так, ладно, подожди, подожди, подожди. Не, реально вообще не бегает. Чего, блин? Пацаны, это жестко. Ладно, пацаны, пацаны, ваша любимая. Что будет, если нас переедет поезд? Да, я вот иногда обнуляю, как бы,
наши костяшки. Сейчас у нас 0 костей поломано. Майкл у нас целёхонький. И поезд уже едет, зараза такая. И опа-на! Сколько? 25 костей просто! Вы видали, пацаны? 25! Минус 25. Это жестко, ребят. Продолжим. Так, 25 есть. Майкл идет еле живой вообще. Хромой, хромой пес. Итак, ребята, сбивает поезд нас еще раз. Блин! Ай-яй-яй-яй! 37. А чё он такой хрупкий-то? Я думал только... Ай, блин, опять не встает. Я думал только Тревор хрупкий. Капец. А если я сразу лягу? Опачки, лег. Итак, блин. Ай-я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 й. Сколько? Все, пацаны, мы походу не жилец. Вы вообще видите это? 100 костей. Ровно сотку мы поломали. У Майкла, и Майкл теперь лежит, подмыхой своей светит. 100 костей, блин. Офигеть, короче, поезд там столько срубил, но я, походу, не встану уже, да? Ай, блин, ну, Майкл, ну, встань. Ну, я вот на кнопку жму, пытаюсь встать, он просто, смотри, карабкается просто. Я не знаю, что поделать. Короче, погнали дальше, пацаны. Обнуляем костяшки и, как обычно, по традиции, пробуем гору Чилиад. Сколько же она нам сможет костей поломать? Итак, пацаны, оу, блин, ай-ай-ай. Ай, блин, пацаны, уже 15 костей поломали. 15-ку, ой, ай-ай, 18 уже. Капец, братья. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не, пока 18-ка, чё? Вообще, Майкл просто подмыхи свои светит, реально. А чё он с парашютом-то, как бы? С парашютом, брат, ты чё? О, все что ли? Наломался? Давай дальше тогда погнали. Опачки! Воу! Бам! Ай! 22! Ай-ай! 25! Капец! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны! Ай! 33! 33! Ай, блин, 37 уже! Фига просто! Ломается у него все. Давай, брат, дальше погнали! Воу! Наш шпагат! Ай, блин, ногу, походу, подвернул. Ай-яй-яй-яй-яй, 45 уже есть. 45 просто. Ай, блин, 58! Чего? Чего, блин? 58 костей. Че, дурачок, что ли, совсем? Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И бум! Ай, головой! 69! 59 костей. Так, пацаны, хорошо. 69 есть. Давай вот с этого выступа дальше просто будем падать. Падаем дальше прям с парашютом как бы. Ай, ё-моё! Чё, 77? Так, 85 уже. Офигеть, трэш, пацаны. Я вообще в офиге. Ладно, короче, 85 костяшек. Лежит себе, отдыхает. Вообще припухон, в небо просто смотрит. Я в шоке, ребят. Обнуляем костяшки. И сейчас я прыгаю просто с мега-гигантской высоты. Практически из космоса, ребята. Ты посмотри, где я нахожусь. И вот просто любопытно, сколько сейчас костяшек у нас поломает Майкл, если мы не откроем парашют. Но, во-первых, нужно, конечно же, сначала приземлиться, да? Поэтому мы летим просто из космоса, пацаны, просто из космоса. О, я думаю, мы будем долго лететь. Что-то мне подсказывает то, что мы реально будем долго лететь. Вау, что с ним? Вы видали, что это вообще такое происходило сейчас? Ладно, погнали, полетели. Ууу, я не знаю, мы с какой скоростью сейчас летим вниз, но я вижу то, что Майклу что-то немного плоховато, что-то его немного вертит туда-сюда, но ничего страшного. Так, пацаны, просто летим. Летим! Офигеть, давай, мы уже в городе, почти в городе, пацаны. Сейчас как? Пёхнемся? Вообще, шлепнемся. Это будет жестко, пацаны, реально. Так. Давай, еще немножко, Майкл. Мы почти разбились. Давай, Майкл, почти разбился ты, блин, уже. Давай. И так просто об асфальт. И так. Бам! Сколько? Ё-моё, ребята. Мы поломали ровно 208 костей. Просто 208 костей ровно поломали, причем ровно. What the fuck? Это что, реально? Это реально работает? И все, походу, Майкл мертв, да? Все, он больше не встанет. Ну-ка, если попробовать его поднять. Так, я пробую его поднять, но он просто, смотри, у него ничего не шевелится. Ничего не шевелится, брат. Ну, брат, вообще.
Мертвяк, конечно. Да, ребята, это жестко. Короче, я просто в шоке. Я не знаю, продолжать или нет, но у нас получилось поломать 208 костей. Прям как в организме, как в скелете человека. Это просто жесть, я даже не знаю, что продолжать. Пишите свои идеи крутые в комментарии, как можно поломать кости в GTA 5. Может, мы сможем больше поломать. Но, а на этом пока я закончу выпуск. Ребята, я жду ваших идей в комментариях. Как мне поломать кости? Просто придумывайте разное, просто в разную вакханалию реально. Ну, а с вами был Райлюха, блин. Удачи вам всем, не болейте и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые крутые офигенные видеоролики. Ребят, всем желаю удачи и всем пока-пока. До завтра.